говорю, что вопрос важный, что Союз заблуждать его нельзя. Сейчас широкое обсуждение как раз и начинается. Есть только законопроект, который надо обсуждать. С другой стороны, есть экономический реализм, который будет. Нам самое главное при принятии, да, вот, реформы, при ее проведении, учесть интересы людей труда. О чем мы и договоримся? О том, что были опасные производства, тяжелые производства, учителя, врачи. И специальный стаж, короткий список, как они раньше назывались? Годные пенсии. Годные пенсии. Вот про это будем в том числе разговаривать. Поэтому давайте так, вместе с профсоюзом, мы всегда рядом, все обсуждения у нас должны быть, я считаю, открытыми и нормальными. В том смысле, что у нас есть механизмы, по которым мы с вами вместе работаем. На самом деле, мы требуем снятия вопроса. Послушайте, но это ваше право.